рождения «Динамо Москва». Ну что, мы готовимся встретить команды, но перед этим увидим нашего талисмана «Динамовский волк» на ледовой площадке. И готовимся встречать главных участников сегодняшнего хоккейного вечера. Динамовцы, встречайте хоккейный клуб «Динамо Москва». И наши сегодняшние соперники, представляющие Нижний Новгород, хоккейный клуб «Торпеда». Чемпионата континентальной хоккейной лиги, чемпионат России по хоккею сезона 2023-2024 годов между командами «Динамо Москва», «Торпеда» Нижний Новгород объявляется открытым.